Представляем стартовые составы играющих сегодня команд. Наши гости – футбольный клуб «Факел», город Воронеж, цвет формы белый. В воротах – Илья Свинов, номер 57. Полевые. Yeah.
Замена в составе команды «Факел». Вместо Немани Печиновича, номер 10, на поле появился Михаил Смирнов, номер 25. В составе команды «Велес» произошли замены. Вместо Ариадна Смита, номера 7, на поле вышел Данила Яшков, номер 33. Вместо Артура Белояна, номера 20, в игру вступил Руслан Мальцев, номер 97. И вместо Александра Вульфова, номера 69. Гол в ворота команды «Велес» забил Артем Кулишев, номер 32.